это тема Мальдарина. И они делают сегодня брекеты. Да? Да. Мистеру Зубастику, который поломал себе зубы. Да. Поломал себе зубы. Он просто так поломал зубы. Просто так поломал. И такой... Дарина, почистим зубы. Да, только надо сделать зубную пасту. А вот у Тёмы зубная паста. Тём, дай зубную пасту Дарине, а? Сделай зубную пасту. Красивую зубную пасту. А, чтобы почистить эти зубы. Красивая зубная, о, красная паста. Что, мы сделаем третий зуб же? Что, ты сделала дырочку? На самый низ. Ого-го, какая у тебя профессиональная дырка. А теперь надо запломбировать ее. Теперь надо запломбировать. А Тёма чистит вот инструменты. Так, я сделаю пломбу. Нет, не пломба делать. Пломба готова. Пломба готова, но все. Надо ее закрепить. Но ее ж не закрепить. О, я знаю, мы и сделаем вот эти еще, это 5 зубов и все. А еще 5? Да, чтобы ему сделать брекет. Ты будешь делать эту тоненькую ниточку, а я буду делать брекеты вот с вот этим. Ты это вычищиваешь это с дни. Сначала делай. Нужен сер. А Тёмочка возьмет другого цвета и сделает ниточку, да, Тёмочка? Любой, какой он захочет. Так, какой ты любишь, Тёма, цвет?
Тём, какой ты любишь цвет? Вот этот. Зелёненький, да? Тогда хорошо. Мы сделаем, ты будешь делать из такого это, пластилина. Давай поменяем. Время показывает. Показывает время. 6:36. Вот это красота. Что у него зубы выпадают? Зубная фея скоро придет. Да, за два. Тебе зубная фея не приходила еще? Нет еще? Нет еще. А ты ждешь ее? Когда подрастет, буду выпадать зубы. Да, я мистер Зубастик. Я хочу, выпадали у меня зубы. Я съем тёмку. А, мой зуб, помогите, спасите, он меня наполнил. Тома себе лепит свои брекеты. Да. Гарина свои. Да. Вот он поломал себе зубы. Он просто так поломал зубы. Просто так поломал. И такой, и тут у него... И остался без зубов. Да, остался без зубов.